Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео, а также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Уж очень часто жилищные споры являются причиной ссор и скандалов между родственниками. Вот молодой человек жалуется на свою деревенскую родню. У меня есть квартира в областном центре, однокомнатная. Есть родственники, они живут в деревне недалеко от города. Попросились на время моего отсутствия пожить в моей квартире. А теперь я не могу их выселить, жалуется парень. Оказывается, у него была командировка по работе. Длительная, на 3 месяца. В собственности у него есть жилье, живет там один. Встал вопрос о квартире. Сначала он думал передать ключи соседке, чтобы за квартирой смотрела. И тут вдруг позвонила двоюродная сестра из деревни, разговорились. Оказывается, сестра строит планы переезда в город. Работы в деревне совсем нет, а у нее семья, муж, ребенок. И вот мужчина и предложил ей первые 3 месяца пожить в его квартире. Бесплатно. Естественно, так согласилась. Парень со спокойной душой уехал в командировку. Перед ее окончанием позвонил родне, сказал, что возвращается, чтобы его жилье освободили. И тут началось самое интересное. Приехал и не смог открыть дверь. Оказывается, жильцы замок поменяли. Объявились они только вечером. Естественно, никуда съезжать они не собираются. Вернее, говорят, мы съедем, но попозже. И вот прошло уже 4 месяца, как они там проживают. Все время кормят завтраками. Вот-вот съедем. Парню надоело все это терпеть, он сходил в полицию. Думал, что с их помощью проблему быстренько решит. Но не тут-то было, там ему сказали, что выселением они не занимаются. Предложили обращаться в суд. Насколько я знаю, суды идут долго. И все это время они будут пользоваться моей квартирой, а мне-то где жить? Я сейчас обитаю у своей девушки в ее родительской квартире. Но ее родители уже крайне недовольны этим обстоятельством. Как же выселить? Почему полиция не помогает? Жалобно спрашивает мужчина. А потому не помогает, что это не входит в ее обязанности. Принудительным выселением у нас занимаются только судебные приставы. А чтобы они подключились к решению проблемы, нужно решение суда. Предложила парню самостоятельно их выселить. Но сомневаюсь, что это у него получится. Нерешительный он какой-то. Но если сам не выселит, тогда суд. Вот так и получается, сделал добро людям и получил кучу проблем на свою голову. Друзья, как вы бы посоветовали поступить в этой ситуации? Есть ли другой способ уладить конфликт? Напишите в комментариях. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.